Книга «Открытым оком», том 26, тема «Вера», вопрос 3816. Видно ли из поэзии прошлых веков состояние удовлетворенности в обществе или хотя бы в высшем свете? Бедные те всегда недовольны, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бедные ничего не оставили в письменах, а то мы могли бы весьма подивиться, что они-то более всего и были благодарны Богу. А вот «свет-то», в кавычках, как раз и находился во тьме уныния, недовольства. Они все куда-то рвались, кавычки открыты, посвятить кому-то души прекрасные порывы, кавычки закрыты, а сами стонали, ничего путного не создав. И к небу взор поднявши свой, они исполнены печали, из глубины души больной, души измученной взывали. У нас на подвиг нету сил, исходит сердце наше кровью, неравный бой нас истомил, взгляни, взгляни на нас с любовью. С глаголом мира на устах мы шли навстречу наших братьей, откуда ж их внезапный страх, откуда этот вопль проклятий? Услышав нашу речь, они мечи хватали и каменья, и судьям в диком озлоблении кричали бешено: «Распни!» Ужели вражду и злобу мы в сердцах людей воспламенили, лишь тем, что больше зла и тьмы, добро и свет мы возлюбили, что призывали богачей и сильных мира и свободных не гнать от трапезы своей нагих и сирых и голодных? И вот отвержены людьми, изнемогли мы в долгой битве, о Боже истины, вонми гонимых чад твоих молитве. Сердца озлобленных смягчи, открой слепым и спящим очи, и пусть хоть бледные лучи блеснут в глубоком мраке ночи. 1861 год. Алексей Николаевич Плещеев. Недавно воровать ермолки запретили, да кражи никакой с него не возвратили. Ермолка мой покойно спит, на что ему обед? Уже ермолка сыт. Ермолка мой за плотни не повешен, а сверх того ермолка и не грешен. Покаялся пред Богом он, а денег у себя имеет миллион. И златорунный стал ягненок он из волка. О небо, кто же вор, когда не вор ермолка? И можно ли истину на свете утвердить, коль можешь ты ермолку пощадить? 1760 год. Александр Петрович Сумароков. Ермолка, маленькая шапочка, танзура у евреев в виде одной половинки от бюстгальтера. Левита, 19-13 стих. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Книга Исаия, 33, 1 стих. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Почтим приветом остров одинокий, где часто в думу погружен, на берегу о Франции далекой воспоминал Наполеон. Сын моря, средь морей твоя могила, вот мщение за муки стольких дней. Порочная страна не заслужила, чтобы великий жизнь окончил в ней. Изгнанник мрачный, жертва вероломства и рока прихоти слепой, погиб, как жил без предков и потомства, хоть побежденный, но герой. Родился он игрой судьбы случайной и пролетел, как буря, мимо нас. Он миру чужд был, все в нем было тайной. День возвышения и падения час. 1831 год. Михаил Юрьевич Лермонтов. Книга Исаия, 14:4. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Второзаконие, 17:17. И чтобы не умножал себе жен,
дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют. Евреи – люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышала с детства, скоро совсем постарею. Но все никуда не деться от крика «Евреи, евреи!» Не торговавший ни разу, не воровавший ни разу, ношу в себе, как заразу, проклятую эту расу. Пуля меня миновала, чтоб говорили не лживо, евреев не убивала, все воротились живы. Слуцкий Борис Абрамович. Второзаконие 28.37. «И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Книга Первое Царство 16, с 14 по 16 стихи. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Первое Царство 16.15. «И сказали слуги Саула ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». «О царь, скорбит душа твоя, томится и тоскует, я буду петь, пусть песнь моя твою печаль врачует, пусть звуков арфы золотой святое песнопенье утешит дух унылый твой и облегчит мучения. Их человек создать не мог, не от себя пою я, те песни мне внушает Бог, не петь их не могу я. О царь, незвучный ляск мечей, ни юных дев лапзанья не заглушат тоски твоей и жгучего страдания, но лишь души твоей больной святая песнь коснется, мгновенно скорбь от песни той слезами изольется, и вспрянет дух унылый твой. О царь, и торжествуя, у ног твоих властитель мой, пусть за тебя уру я». 1881 год, Татой, близ Афин, К. Книга Исаия, 30, 13 стих. «То беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение». Не в первый раз кричит петух, кричит он живо, бодро, смело. Уж месяц на небе потух, струя в Босфоре заолела. Еще молчат колокола, а уж восток заря румянит. Ночь бесконечная прошла, и скоро светлый день настанет. Вставай же, Русь, уж близок час, вставай, Христовой службы ради. Уж не пора ль, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде. Раздайся, благовестный звон, и весь восток им огласися. Тебя зовет, и будет он, вставай, мужайся, ополчися. В доспехи веры грудь одень, и с Богом, исполин державный. О, Русь, велик грядущий день, вселенский день и православный. Ноябрь 1849 года, Федор Иванович Тютчев. Книга Иезекииля, 13, с 10 по 15 стихи. «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью, скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее и разрушит стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь, и истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью,
и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее